5G – это новейшее и самое быстрое поколение мобильной связи, которое совсем скоро станет доступно абонентам Мегакома. Накануне Мегаком впервые в Кыргызстане запустил тестовую зону 5G. Также состоялось торжественное открытие выставочного павильона в торгово-развлекательном центре «Дордой Плаза 2». Компания Мегаком совместно с нашими партнерами, компания Huawei, сегодня организовали здесь выставочный центр. Он будет работать целый месяц. Все желающие могут прийти, вход свободный, ознакомиться с технологией 5G. Как работает, для чего работает, вредно ли оно для человека или не вредно. Если 4G LTE, оно скорость от 30 мегабит в секунду до 60 мегабит в секунду, то 5G вы сегодня видели от 1700, от 1800 до 2000 мегабит в секунду. На выставке участники мероприятия ознакомились с преимуществами 5G, протестировали высокоскоростную беспроводную передачу данных, узнали об особенностях систем виртуальной реальности, а также понаблюдали за работой промышленного робота, функционирующего на базе сети Industrial 5G. В свою очередь, министр цифрового развития отметил, что Кыргызстан находится на пороге нового технологического прорыва. Все мы с вами знаем о данном виде связи, а теперь у нас с вами появилась возможность протестировать данный стандарт. 5G – это не просто новый и высокоскоростной стандарт мобильной связи. Внедрение сетей пятого поколения в долгосрочной перспективе может преобразовать наше восприятие мира и привести к трансформации общества в целом. Не секрет, что развитые страны мира конкурируют и стремятся быть первыми в подготовке и разворачивании оборудования для данной новой сети. Вот сети 5G в коммерческую эксплуатацию откроет для кыргызстанцев уникальный мир новых возможностей и высоких скоростей передачи данных, а также придаст импульс развитию телеком-индустрии и окажет мультипликативный эффект в цифровизации госуслуг, диджитализации процессов и модернизации экономики. Организаторы отмечают, что выставка технологий 5G продлится в ТРЦ «Дордой Плаза 2» до конца сентября. Компания «Мегаком» приглашает желающих посетить выставочный стенд и лично протестировать уникальные возможности стандарта связи пятого поколения.